of an extremely intelligent race of insects that have established a large colony in the Lost Land in recent years. The Mantids are incapable of pity, remorse, or kindness. They exist solely to further their own existence. To this end, the Primogen has persuaded the Mantids to help free him by promising to give them ripe new worlds to infest. The first world on their list is Earth. Riftgates are being ready to transport an army of Mantid soldiers to your world. Destroying the master computer will render the Riftgates useless. Your mission objectives are as follows. Destroy 3 queen embryos. Destroy the master computer. Locate the energy totem and defend it at all costs. Привет всем, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Дарт. Мы продолжаем играть в Turok 2: Seeds of Evil. Значит, сейчас мы попали в мир разумных, скажем так, богомолов. Очень такой опасной расы. Все, да? В общем, тут она сказала, что они там умные, короче, коллективный разум, все дела, и типа они хотят захватить землю, и типа я должен их остановить. Типа они пытаются проникнуть в мой мир, и я должен уничтожить 3 кокона королевы и какой-то главный суперкомпьютер у них, который типа тут всем за все отвечает. Типа если я его уничтожу, то все. Им крышка, они долго не смогут восстановиться и не смогут атаковать мой мир. Ого, чуть не упал, блин. Падать далеко. Ага, то есть сюда я пока пройти не могу, да? Ну ладно. Ах ты какой! Типа дерзкий, да, в ближнем бою? И кровь, и зеленая кровь из него выходит. Опа! Ах, вы еще так крутитесь, да? Засранцы. Все, ушел. Следующий. Не, это бесполезно. Он что, бессмертный? Что это плазма дает? Это не для этого, для винтовочки. Отлично. Продолжаем. Надеюсь, этот уровень будет не очень длинным. Так, где враги? Где враги? Вот какие-то, кстати, новые типы врагов. То есть там вот эта саранча, вот эти богомолы, да, были с 2 парами конечностей. Тут какие-то маленькие бегают, не пойми что. Причем они крепкие, тех на 2 выстрела уничтожаешь, эти... А это что такое? Что это я подобрал такое? Так, дайте-ка немножко... нет, аудио. Давай на 10. Ну как-то так. А голос пускай будет громкий. Так, а тут сохраняется, нет? Да. Слышу кого-то. Ого, что-то прикольное. Током бьет, наверное. А, вот вы где бегаете, а то я не понимаю. Так, тут закрыто все. А! Ну ты падла, конечно. Умри! Офигеть, на 3 выстрела только. Чё за кокон? Вот это я понимаю. А, нет, тоже на 3. Да что это? Кто-то такой-то ты? Бессмертный. Чё в этих коконах? Ничего? Думал, что полезное будет. Твою! Я аж испугался. Блин, жесть. Так. Все, упал? О, это вообще на выстрел. Блин, эти звуки раздражают немножко. Если тут весь уровень в таких звуках. Да уйди! Да что такое-то, я не понимаю. Если кто-то смотрел мультик «Звездный десант», то там вроде на миссия на Клендату, там вот такие же были жуки, человеки типа подобные, которые в скафандр залезали, типа притворялись. Мне, кстати, вообще советую, кто любит вселенную Звездного десанта, то советую посмотреть эти мультики. Там, конечно, с убийствами людей как бы, ну, не так же все жестко, то есть не так это много, как это сказать, жестокости, как в фильме. Именно что людей разрывают на куски и прочее. Этого не так много, но жуков там знатно убивает, и интересный в целом сюжет, и жуков куча всяких разных там. Так что, думаю, вам понравится. Да умри! Так, как до этого включаю? А-а-а-а! Кто это делает? Кто? Господи Иисусе! Чё же вы такие жесткие-то? Прям 41 хп осталось. Так, мы поедем сегодня, нет? Ход нет. Может, что-то активировать надо, я не знаю. Да что, уйди! Что же вы такие все доставучие? Ну, опа. 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 Я не понял. А, понял. Вот это уже интереснее. Странно, он меня ударил, но ХП у меня до... не отнялось. Ты чё, бессмертный или чё? Я не понял. Сколько раз-то в тебя попасть надо? Что такое-то? Это так с одного выстрела. Да ушел! Ушел, я тебе говорю! Вот это на 2 выстрела. Чё тебе-то на 10, я не понимаю. Типа в упор они крепче, что ли? В чем прикол-то, я не понимаю. Так, где коконы? Срочно нужен кокон одной этой царицы. Ничего не знаю. Сейчас 5 секунд. Так, продолжаем. charged up. Короче, то оружие совершенно бесполезно. Оно, получается, просто обездвиживает. Меня не устраивает. Просто обездвижить. Я бы хотел убить сразу. О, вот это, ребята, я понимаю. Да. Опа-на. А, это еще кто, говорит, блоха. Так кто? Так кто-то делает, слушай. О, в голову, кстати, работает. Я уже думал, что я помер. Опа, кто где? Как? Откуда вы взялись? Друзья, товарищи, давайте не надо, ну не надо, но я вас прошу. Ушли, я сказал. Тварюги, а? Ты посмотри на них. Кто где стреляет? Все в него всажу. Бесполезно. Бесполезно какое-то оружие. Plasma-rifle. Hyper-capability enabled. Что? Кто где? ХП срочно нужно. Не хотелось бы жизнь терять. Классно, у меня хпшечки вообще нет почти. Пока еще живой. Что это за комната без всего? Прям империя какая-то. Ну, видите, да, как крылья у этих тайфайтеров. А, я думал, куда уходить? Отлично, я умер. Ну, нельзя было прожить, я считаю. Так, это все славно. Где я очухался? В начале уровня вы гоните. И сразу набрал жизнь. Забавно. Бесит, что враги разрождаются. Ужасно раздражает. Так, подожди, у меня дробовика нет. То он против них прям силен. Нет, давайте лучше огнестрел будем использовать. Опять эти звуки. Ой-ой, как я мог про вас забыть? Как он всю ХП сносит, вот просто всю. Кто это? Блин, вот это на 3 выстрела убивается. Еще и как обезьяна кричит. О-о-о. Так, ты меня вообще бесишь. Прекратите быть такими бессмертными, я вас умоляю. Это я понимаю. Так, что, где? Ты как умер? Я тебя даже не трогал. Так, ребят, откуда я пришел? Опять ты! Уйди! Да уйдите! Тварюги, а? Ты слушай, а? Бессмертные какие. Ну если плазменная винтовка с ними еле справляется, что будет, если они на землю попадут? Вообще кошмар. Так, кто где стреляет? Ты впереди, что ли, тут, тварюга? Сюда иди. Башку тебя снес. Шикардос. Ты откуда тут взялся? Ой, это я зря. Меня напрягает то, что... О, господи. Ты чё такой прыгучий? Я не понял. Бесполезно, наверное, да? Есть хоть одна граната, нет? А, им пофиг, у них броня. Ага, постойте, пожалуйста. Прощайте. Шреддер. Вот Шреддер тут реально тащит. Пока еще ни одного кокона не нашел. А чё, обратно? И чё? А, открылся еще один путь. Пипец, они бессмертные, я с ними не разговариваю, я обиделся. Так, едем дальше. Grenade launcher. О, отлично. Понятно. Так, мне кажется, я не то, это вообще не нужно трогать. Да. Что, где я? Кто тут? Да кто ты такой? Shredder. Да кто здесь-то еще, Господи Иисусе? Шреддер тащит, отвечаю. Shredder. Shredder. Друзья, товарищи, откуда вы беретесь? Я вас умоляю, не выходите больше оттуда. Shredder. Что такое борзый? Я не понял. Как? Хватит респауниться где попало. Я вас умоляю. Не надо. Ты еще жив? Ребята, ну не смешно. О, это мне нравится. Вначале зайду сюда. Привет, привет. How may I assist you? Я возьму... Ammo granted. Thank you. Так, ну что ж, на этом я, пожалуй, закончу данное видео. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу канала, следите за выходом видео. С вами был Дарт. Всем пока!